Всем привет! Итак, вот итоги предыдущего конкурса «Кто угадает точный дамаг?». К сожалению, точно дамаг никто не угадал, но есть один участник, который был очень рядом. Сейчас вы видите на экранах, насколько был он близок. Этого надо как-то... Ему ты... Что? Смотри. Сейчас я шучу. Я думаю, он заслуживает приза. Еще один конкурс в конце видео. Также лучшие комментарии попадут в выпуск. Спасибо за подписку. Держи пятюню, братюня. Да-дач! Каким быть орех? Каким быть? Ну-ка скажи. Мне просто интересно, каким мне не быть-то? Ну-ка. Орешек, ну-ка расскажи-ка мне. Я Мегатар, ответь. После стрима отвечу. Вперед. Хочу вас взвод, подписывайся на канал, будет стрим с подписчиками и обязательно поиграем. Окей, Кирилл. Ну ты пофокусишь тяжень. А зачем? Зачем? Я стреляю там, где мой выстрел нужен. Зачем фокусить какого-то определенного? Ружка может поехать. Шеридан там хотел газ затолкать. Че, каток дали? Попадание. 500. Все, минус бат. То есть вот вся его. Он еще и пробку тут создал вдобавок. Сейчас нет, не получится. К сожалению. Ай, как здесь? А, он там в сейве, я понял. Сейвисты. Есть попадание. Энск, все, просрали там. Быстрая катка, она и есть. Быстрая катка, что-то. Слушай, кто-то его там долбит. А кто его долбит? По моему катку самое что интересное. Я через 7 секунд тебе повторю заново. О, он на катке до сих пор на моем стоит. 3, 2. Попадание. Отлично. Картон. Что с картоном? Картона нет. Ребят, давайте 150 лайков. Всего лишь две штучки осталось. О. 3, 3, 2. Это ты стоишь. Есть попадание. Так, тут не прострелить. Он бы хоть чуть-чуть оттуда вылез. Чуть-чуть. Попадание. Отлично. Шеридан картон, да. Каспер, привет.
Да даже одной достаточно было. Я бы даже на одну согласен, что вот я один в бою и все, это класс. Блин, он куда поехал? 150 поставил, спасибо! Спасибо огромное! Иван, привет! Богдан, здорово! Кирилл, где плохо? Стас, привет! Павел, здравствуй! Враг уничтожен, ищите новую цель! Минусанем! И сами артоводы невыгодно иметь три арты, конечно, конечно. По твоему стану уже никто так не стреляет, как это. Три арты это перебор, я даже сам согласен с этим. Две там много, по идее. Две много, но три это вообще жесть. Есть попадание. Давай, 103-й, он бортом стоит для тебя. Стоял. Ни хрена вазик закатывает. Поехал или нету? Поехал, блин. А вот Центурион что-то просто забил болт. Раз. Попали! Попали! Слушай, практически все снаряды, да? Практически все снаряды. Ой, отлично. А, СТХ там стояла, все ж просто. Сейчас сюда будем кидать. А на чем еще играть будем? Может... Ну про чё, Кирилл? Я не понимаю, про чё ты. Попадание! Попадание! Когда примерно с подписчиками гонять? Пятница, либо суббота. Пятница, либо суббота. Ой, отлично. Только пилят мне с кем-то. А, там же тот первый выстрелил, точно. Точно, точно, точно. У меня последний основной снаряд. Он голда пойдет. Пробитие! Ага, перед ним где-то разорвался снаряд. Сейчас голда пойдет. А, этого там херачит. Я думаю, что за фигня, свелся сюда, а по тридцатке показывают. На каких играть танках? От 8 левела. Ни хрена себе он взял. Нашего утопил. Есть попадание. Нашего просто взял и утопил. Видели, да? Он взял его туда, нафиг скинул. Красава так. Тут 9 еще. Давай, забирай его там Т-10. Да на работе и голды не надо. Попадание. Слушай, у меня прям вообще бой хороший. Хороший бой. Шеридан вылез. Шеридан шотный. Один даже у них еще вообще не светился. И третий там, наверное, в углу стоит. На арте еды не надо. ТВП показывает типа там. Да ладно. Голды не надо. Мне вообще ничего не надо. На работе лишь бы домой свалить, короче. Вот это статист. Есть попадание. Давайте долбите его. Ну. О. Во-во-во, вот то, что надо. Вот сколько уже стрим смотрю у тебя.
как сведение такое быстрое, или мне кажется? Так это 261. Да 261, братан, ты чё, у него вообще все быстро. 4 снаряда осталось. 330-й забрал этого. Да, вон он здесь стоит. Дай хпшками еще. Что за этот? Три секунды. Я, скорее всего, попробую кинуть, но это не факт, что... Нет, видишь, бой крутой. Да, 3200, 3000 ассиста. Это хороший бой. Мастеросом, конечно, не пахнет. Один фраг всего лишь. О, вон ты где, братан, ни хрена себе. Не ожидал. 5, 4, 3, 2. Попали. На катке. Ты крут. Почти 4000. Вкатывает. Нет, не вкатывает. 10 секунд сразу. Мы заблокировали мудро. Ха-ха-ха. Не успел. Ах, чуть-чуть, а. Чуть-чуть. Хороший бой. У тебя который час, у меня 10:30. Друган, привет тебе из Кемерово, лайк. Спасибо, Александр. Спасибо. Ребята, не забывайте ставить лайки. Давайте до 160 лукасов продаем. И также не забывайте подписываться на канал. И я вам дам пятюню. Чё за хрень? А, я... Насау 15 выполнил. Нифига себе. Всё, прошел. На 261-м я прошел. Насау 15. Вот такая фигня. Лайк из Чувашек, привет. Райан, привет, спасибо огромное, нифига себе. Тань, привет. Там воры опять, да не воры, там хейтеры горят. Это что получается у меня? А, да, 4000 я настрелял. Тогда уже там, спасибо огромное. 4000 настрелял и 3000 ассиста. Слушай, я прям вообще в аккурат все. Итак, розыгрыш. Сколько я нанес дамага? Ответы пишите в комментариях. Самые лучшие комментарии попадут в выпуск. Всем удачи!